Давайте посмотрим, что предлагает Dixie в таких упаковочках за 89,90. Наконец-то они стали экономить на бумаге. Раньше три луковички упаковывали в такие длинные бумажные конвертики, да? Сейчас смотрите, как zip-файл. Да, все очень просто и доступно, красиво. Давайте посмотрим. В пакетике сделано, смотрите, сделана одна только дырочка двухсторонняя, то есть ее две. А нет, смотрите, здесь тоже есть еще одна. Две дырочки, да? Дата упаковки 2 месяца 2021 года. Год урожая 2021. Вот что мы видим. Упаковки в основном везде в Диксих уже проросшие с такими корешочками. Закупка была сделана на улице Седова, 58, по-моему, метро Ломоносовская. Вот. Мне попались вот такие экземплярчики. Очень мне они понравились. Они сухие, небольшие донца. В общем, очень даже достаточно приятные. Предлагаю их открыть и посмотреть. Пока ничего не вижу, но есть подозрительные точечки. Возможно, это личинки, а может быть, этого и нет. Так, луковица чистенькая. Чистенькая, хорошая, без налета, без парши. Я и парши-то тут особо не вижу. Но вот механически есть повреждения. Только-только, видите, начинают корешочки пробуждаться. Видите, да, от теплоты и влажности в помещении, когда тепло, луковица идет в рост. Корневая система в первую очередь пробуждается, и росточек. Вот такой росточек. Мы это сейчас все завернем в газету и отправим в холодильник. Все как обычно. Взимаю вот такой сорт. Достаточно известный он. Хорошо смотрится в срезке с белым цветом. Я рада, что вы были со мной при распаковке. Всего вам хорошего. Будьте счастливы. Пока-пока.